Здравствуйте, туристы-милитаристы и случайные здесь люди. Почему я так сказал, я сейчас объясню чуть позже. Ну вот только что я этот бутерброд... Вообще я считаю, что я провалил этот челлендж в данном случае, потому что нож катла от компании Viper, предоставленный производителем, нарезал все здорово. Но, во-первых, я забыл, что у меня замечательный ледяной салат в холодильник, я его просто не добавил. Красота вся ушла вообще, весь замысел псу под хвост. Во-вторых, я не завернул красиво. Я как-то вальяжно вначале начал и нормально не смог продолжить. Давайте уже начнем курочку нашу разрезать, потихонечку нарезать. Так вот, радует, что ребята начали участвовать в этом челлендже. Почему радует? Потому что делать самому весело. Вот смотреть, как другие делают, это вообще смешно. Именно с учетом своего уже опыта. То есть я думаю, что я время от времени вот этот вот бутерброд за 60 секунд я буду делать, ну, регулярно, скажем так. Потому что это действительно забавно. Главное не борщить с бутербродами. И чтобы все-таки больше было овощей и белка, каких-то белково-составляющих продуктов, и поменьше, конечно, в нем, чтобы было всякой разной муки. Что еще хотел сказать перед тем, как вот начать общаться? Я, конечно же, этот бутерброд сейчас заточил сразу и добавил еще немножко, поэтому то, что у меня сейчас затруднено дыхание, какая-то одышка идет в мой чувствительный микрофон, это совершенно естественная реакция организма тучного мужчины на обильную пищу. Обычно я стараюсь перед тестами, перед съемками особо сильно не нажираться, но вот часто я попадаю в просак именно с уличными тестами. Почему? Потому что с утра позавтракал плотно, по-нормальному, и потом просто-напросто... получается, что ты идешь что-то там строгать, рубить, у тебя просто, ну, полный живот. Особенно раньше, когда я делал уличные тесты с микрофоном, мне там уже и советовали, что да ты астматик, обратись к врачу, как ты так тяжело дышишь и прочее, прочее. Все это от набитого брюха и от лишнего, собственно говоря, веса. Очень-очень приятственно нож режет. С чего бы начать? Тему вы уже прочитали. Причем я вот на данный момент, я даже не знаю, как еще назову видео, но как-нибудь назову. Сегодня у нас будут грязные разговоры про грязные деньги, про рекламу, про всякое такое разное. И начну я с обращения. Обращаюсь я к тем людям, которые как-то последнее время зачастили. Собственно говоря, это и натолкнуло меня на мысль сегодняшней беседы. Почему? Потому что в подавляющем большинстве совершенно незнакомые никнеймы, те, которых раньше и не было, вдруг появилась целая группа. Я не могу назвать их товарищами. Вдруг появилась некая группа как бы зрителей, которые мечтают о том, чтобы высказать мне в комментариях к роликам, к моим, о том, какой я плохой, о том, какой я бесчестный, о том, какой я жадный, о том, какой я несправедливый, о том, что я продажный, там, и пятое, и десятое, и что вот сколько у меня рекламных денег, сколько у меня денег с YouTube и прочее, прочее. Значит, некоторым я все-таки до сих пор отвечаю. Но в общем и целом, я думаю, что ребята эти, они даже не смотрят мои ролики. И если кто-то из вас сейчас смотрит, это именно обращение. На самом деле, передавайте привет своему супервайзеру, послание получено, я поржал. Так вот, товарищи, которые не товарищи, которые говорят мне всякие разные такие вещи. Я вам сейчас... Скорее всего, вы в основном новички на канале. Я вам сейчас пару тезисов набросаю, так, чтобы на будущее. Во-первых,
что я хочу сказать. Я не удаляю комментарии, в которых есть критика. Нет, ни в коем случае. Даже вот когда-то буквально там вчера, позавчера, я даже спасибо написал человеку за то, что он раскритиковал там нож и так далее. Почему? Потому что это он это сделал, во-первых, очень культурно, во-вторых, очень так вот именно тезисно. Это было интересно читать. То есть я с ним не согласен. По-моему, была речь о фреймворке. Вот. Я с ним не согласен, но суть не в этом. Суть в том, что человек действительно это культурно описал. Я не удаляю комментарии, где говорят, что там нож плохой, или я что-то неправильно делаю, и так далее, и так далее. Я удаляю комментарии и с удовольствием баню авторов этих комментариев. И поверьте, я не устану никогда это делать. Это на самом деле даже забавно. Даже если, скажем, коммент написан вежливыми словами, без матов, без каких-то там оскорбительных выражений. Но его суть меня оскорбляет, его суть меня задевает. Я в любом случае этот комментарий удалю. Я вам объясню, почему. Раз уж пошла такая пьянка, я могу один раз это сделать. Ножевые каналы на YouTube, они, ну, на мой взгляд, делятся на две основные категории. Это те, где владельцы каналов, ведущие каналов, авторы каналов преследуют действительно какие-то коммерческие цели. То есть они действительно, скажем, ну, как вариант, это когда автор канала, он же по совместительству владелец магазина или совладелец магазина, или директор магазина, или лицо магазина. И он напрямую там обзорами, не обзорами, но в любом случае занимается рекламным каким-то именно производством, завязанным на собственный бизнес. Также в точности владельцы каналов производителей ножей. То есть есть более адекватные, есть менее адекватные люди в этой тусовке. Но в любом случае, вот первая категория, тогда получается три категории. Первая категория — это именно те, у кого канал завязан на их собственный бизнес, и они, скажем, снимают видео именно для того, чтобы продемонстрировать какие-то ножи, для того, чтобы продемонстрировать какие-то свои возможности, там новые стали, новинки и так далее, и так далее. Значит, есть вторая категория. Это обзорщики, которые сами ножи не делают, сами ножи не продают, но они зарабатывают с YouTube. Это очень легко определить именно по комментариям. То есть, когда обзорщик разрешает устраивать всякий хлам, всякие свары у себя в комментах, это совершенно четкий указатель на то, понимаете, на самом деле YouTube вообще по барабану, что вы там пишете в комментариях. Самое главное, чтобы вы писали много, а если на комментарии еще и будет какая-то реакция, дополнительные комментарии и так далее, то сразу же, грубо говоря, рейтинг видео повышается. Рейтинг видео повышается, за него дают больше денег. Вот. И поэтому получается так, что на некоторых ножевых каналах откровенно творится просто паскудство, устраивается срач, причем зачастую видно, что срач устроен изнутри, то есть действительно, ну, это выгодно самому по себе блогеру, чтобы побольше и почаще ругались у него в комментариях, чтобы побольше было каких-то язвительных, оскорбительных моментов, чтобы люди цепляли друг друга за живое, не могли никак выйти из этого вот клинча и так далее, и так далее. Почему? Потому что в таком случае рейтинг видео, он повышается, и денежки капает больше. Вот. Есть каналы, которые рассчитаны на исключительно вот хобби. Просто любимое дело, просто то, что интересно, то, что увлекает, то, что нравится. И люди делают при этом вот такой контент именно обзорный, разговорный и прочее, прочее. Я сейчас не на себя намекаю. Самый простой пример подобного вот некоммерческого канала – это, опять же, показ. Паша Казарцев, которого я очень люблю смотреть, редко смотрю. К сожалению, Паша снимает редко видео, что, в принципе, кстати говоря, и показывает его
коммерческую незаинтересованность, то есть он не стремится к каким-то там завоеваниям новых горизонтов, покорением новых вершин. Нет, он просто приходит на свою кухню и спокойно, мило с нами общается. И вот почему я Пашу очень часто привожу в пример, потому что мне самому очень нравится у него бывать в гостях, скажем так. То есть на самом деле настолько человек видно, что он далек от какого-то тщеславия, от какого-то вот именно там ютуберного там срача, каких-то подстав, каких-то подсиживаний и так далее, и так далее. Человек просто рассказывает о чем-то о своем, своей небольшой аудитории, и видно, что он совершенно не сосредоточен на какое-то количество там людей и так далее, и так далее. Есть, ну я имею в виду на какое-то серьезное там расширение. Просто хобби как хобби, в чистом виде. Есть ютуберы, которые занимаются каналом как хобби, не как, скажем, это не источник дохода, не основной источник дохода. То есть в любом случае, если у тебя канал, если у тебя есть зрители, если у тебя есть просмотры, если их немало, то в любом случае монетизацию никто не отменял и какие-то деньги там капают. Но я имею в виду, что если человек не ставит себе такой цели, но у него там растет, бухнет количество, аудитории, просмотры, там, пятое, десятое, то есть такая вещь, как тщеславие. Вот я грешен, потому что это действительно довольно так грешно, но я именно тщеславен. То есть я, безусловно, делаю это все для себя, для своего удовольствия, для того, чтобы общаться. Но мне, каюсь, нравится, что у меня растет количество подписчиков, растет количество обзоров на каждый ролик. И что со мной работают хорошие партнеры, хорошие магазины, ведущие ножевые бренды работают. То есть в этом плане, конечно, мне это нравится. Опять же, это очень здорово и для меня, и для вас. Почему? Ну, мне просто очень интересно. Катла в продаже буквально чуть больше недели. И этот нож, вот он, пожалуйста, на кухне, чистит картошку. Вы видите, как работает он. Почему бы и нет? Для того, чтобы прийти на такой уровень, нужно что-то все равно сделать. Потому что когда тебе говорят, что тебе ножи присылают на халяву, это не совсем так, но об этом чуть позже. Вот. И я продолжаю. Это все еще обращение к людям, которые пытаются мне тут очень, ну, действительно, буквально в течение, может быть, недели, как по заказу. Ну, конечно же, не по заказу. Все сами решили написать. Все, не все, а именно вот группа людей стала писать в комментариях о том, что ты получаешь рекламные деньги, ты рекламируешь товар, уже задолбало, как ты все хвалишь, надоело смотреть. Здесь, кстати говоря, есть один способ, ребята, этот момент искоренить. Надоело — не смотри, задолбало — не смотри. Если тебе больше негде посмотреть на этот нож, пока что, по крайней мере, и тебе он очень интересно, выключи звук и не слушай, просто смотри на нож. Ну, то есть люди, которые ходят на чьи-то YouTube-каналы для того, чтобы потом ругаться, или они ходят, и им это не нравится, вы просто извращенцы. Как можно заставить человека смотреть то, что ему не нравится? Ну вот, мне, например, не нравится передача, как там с этим сумасшедшим ведущим, «Все говорят», или как-то там, с Андреем Малаховым, во, вспомнил даже, который постоянно кричит там, не переключайтесь там, или еще что-то. Вот она мне не нравится, да? Так я ее и не смотрю. То есть мне достаточно было где-то мельком посмотреть его программу буквально в течение, полутора-двух минут, чтобы навсегда потом принять для себя решение и не смотреть его. То есть в этом плане, ну ладно. В общем, совершенно случайно, многие люди захотели открыть мне глаза на то, что я продажный, на то, что я клянчу деньги на поездки, на то, что я клянчу деньги на аппаратуру, а при этом там такой-сякой, короче, полный моральный урод. Так вот, ребят, я вам скажу, что основное, если бы я именно зарабатывал бы
стремился бы к заработку, скажем так, на YouTube, я бы обязательно оставлял бы ваши комментарии. Я бы обязательно бы провокативным образом отвечал бы на них для того, чтобы еще больше спровоцировать еще большее бурление говн и для того, чтобы было вот, и, вот именно вот, ну, рейтинг видео тем самым повышался. Как вы видите, я не знаю, ни для кого не секрет, опять же, если говорить про заработки с YouTube, самый простой способ мгновенно повысить рейтинг видео. Абсолютно легальный. Это если я вам сейчас говорю: так, ребята, вот нож катла. Среди всех, кто подпишется на канал Архадыр, среди всех, кто вступит в группу Архадыр ВКонтакте, среди всех, кто подпишется на меня в Инстаграме, и среди всех, кто напишет сейчас в комментарии: дай мне этот нож, хочу я этот нож, будет этот нож разыгран. Сразу же получается. Ну, это настолько, и люди просто ведутся тысячами, десятками тысяч. То есть они реально прут, записываются в группу ВКонтакт. Особенно мне нравится развод ВКонтакте. Вот самое-самое бесцеремонное требование, но опять же, хотите халявы, соответствуйте правилам. Это еще, знаете что, я этот нож разыграю там через месяц среди всех, кто это сделал, но обязательно еще у себя, например, ВКонтакте закрепите на целый месяц вот это видео на главной странице с тем, чтобы участвовать в этом конкурсе. Соответственно, сразу же появляется у видео, предположим, ну, 1005 комментариев. Разумеется, YouTube не смотрит, Google не отслеживает, что это за комментарии, потому что, ну, все там ставят лайки, подписываются и так далее, и так далее. То есть рейтинг канала возрастает, рейтинг YouTube возрастает, количество подписчиков растет. Значит, автоматически все это считается, что это действительно очень успешное видео и так далее, и так далее. Рейтинг видео растет, капает денежка. Ну, грубо говоря, на выходе один единственный нож, 1500 евро. Значит, вот я вам могу сказать, если вы не в курсе, именно новичкам, я такой херней не занимался, не занимаюсь и никогда не буду заниматься. То есть я не отрицаю того факта, что мне достаются в качестве профита ножи. Я никогда этого не отрицал. Я не отрицаю того факта, что мои видео монетизированы. Я никогда этого не отрицал. Но я в любом случае занимаюсь этим для своего удовольствия. Поэтому, ребята, я вас буду гнать поганой метлой со своего канала, и мне не интересно, что вы там пишете. Даже если вежливыми словами меня оскорбляют, намекают на какую-то ангажированность, на какую-то заинтересованность, на то, что мне проплачивают, и поэтому я хвалю ножи, а я неоднократно говорил, почему я хвалю ножи. Поэтому я сейчас даже не вижу смысла повторяться. Так вот, я все эти комментарии буду удалять, а их авторов буду банить. Так как я комменты к своим видео просматриваю, ну, хотя бы раз в день, пару раз в день точно просматриваю, поверьте, ваш труд пропадет даром. То есть, ну, я не буду в любом случае в эти игры играть. И даже будучи забаненными, даже будучи заблокированными, вы, конечно же, сможете смотреть свой ненавистный канал, вы можете ставить дизлайки, то есть запросто пополнить ряды хейтеров. Кстати говоря, что-то у меня хейтеры подустали, потому что колет, вы видите, как крупную картошку колет нож. Подустали немножко. Почему? Потому что раньше где-то в среднем было 15 дизлайков, ну, автоматических. Сейчас автоматических дизлайков стало поменьше. Наверное, все-таки кто-то образумился и подумал: блин, зачем, если я его так ненавижу, зачем я его каждое утро смотрю? Крупную картошку нож совершенно бодро колет. Так вот, почему так? Как-то в общении со мной, в разговоре со мной, один довольно популярный
ножевой обзорщик сказал, ну у тебя-то там на канале ты вообще наводишь порядок железной рукой, банишь там направо и налево, удаляешь комментарии. Я такого не делаю. Я позволяю своим там типа зрителям сраться. Ну, и он выразил как бы непонимание, почему я это делаю. Я объяснил. Потому что на самом деле, как бы, может быть, странно кому-то не показалось, я занимаюсь ножами для удовольствия. Это мое хобби. Я прихожу сюда. Почему вообще каждое утро, а иногда даже еще и по вечерам, вы видите, что новое видео на канале Архадыр. За редким исключением, практически каждое утро, рано-рано утром, публикуются они благодаря Диме Бородину из Севастополя, потому что Дима работает у нас врачом, и он сказал, что ему хочется пораньше смотреть их, поэтому я их публикую в 4 часа утра стабильно по Таллину. Значит, ох, как он раскалывает, просто пипец, просто как топором колет. Здесь просто какая-то вакханалия происходит. Реально, вот вы видели, ну вот даже небольшие картофельные просто вот таким вот образом разгрызаются. Так вот, я объяснил своему коллеге по цеху, я ему объяснил, что я отдыхаю. Вот эти все многочисленные, премногочисленные ролики, вот эти вот, уже, наверное, не побоюсь этого слова, центнеры картофеля, помидоров, огурцов, порезанные на этой кухне, это потому, что это мой релаксант. Я отдыхаю здесь, я отдыхаю на этой кухне, я отдыхаю, общаясь, я действительно с огромным удовольствием общаюсь с ребятами ВКонтакте, я общаюсь с огромным удовольствием здесь в комментариях со зрителями. Если у меня нет возможности, очень здоровская на самом деле система сейчас вот этого вот сердечка, которая придумана на YouTube. Почему? Потому что если вы видите, что я вам не ответил на ваш комментарий, но я поставил сердечко, это значит, что считайте, что я как бы откомментировал ваш комментарий. Потому что я обычно это делаю за рулем, писать очень неудобно. А сердечко я ставлю от чистого сердца, действительно, как спасибо за то, что человек прокомментировал мое видео. И вся разница именно заключается в том, что как-то уж так исторически сложилось, что я не сру там, где живу, я не сру там, где я работаю, я не сру там, где я занимаюсь спортом, я не сру там, где я гуляю. И я в любом случае не позволю кому-то срать на моем канале. Я не для этого это все делаю. Не для этих людей, не для того, чтобы это читать, и не для того, чтобы хайповать на комментах и повышать рейтинги видео. Затем, что, опять же, знаете, как легко провокативно что-нибудь бросить, вот какую-нибудь фразочку такую, которая как бы с одной стороны, ну, а что такого, я же ничего-то там не сказал, но чтобы фразочку эту потом, кому нужно, подхватили и в комментах раздули просто до размеров вселенского говна, это тоже хайп, это тоже работает, это действительно помогает. Повышает рейтинги, потому что многие люди заходят на каналы для того, чтобы почитать именно говно. И вспомните, какой шквальной популярностью пользовались видео, посвященные доскосрачу между Вининулом и Скиминым. Я Скимина, в принципе, не смотрел никогда, но мне пришлось посмотреть ролики, посвященные доскосрачу Руслана. Почему? Потому что мне интересно было, чем же там все-таки доскосрач между Скиминым и Вининулом закончится. И я уверен, что я не единственный такой, кого это интересовало. То есть на самом деле это эпохальный. На моей памяти это первый действительно серьезный срач в Ютубе. Не на форумах, форумы этим в принципе живут, а в Ютубе. Так вот, возвращаясь к тем, кто приходит мне раскрыть глаза на меня. Вы приходите ко мне в гости, ребята. Я не знаю, как у вас, в ваших семьях, в вашем кругу общения. А вот в моем кругу общения не принято, что когда приходят в гости, то пердят громко. И поэтому этого не будет. Вот и все. Все очень просто. Я вам не буду даже говорить, не тратьте время, не пишите и так далее. Можете тратить, без проблем.
но результат будет всегда один. Я буду банить, я буду удалять в любом случае комментарии, которые субъективно меня задевают. Не с какой-то объективной судейской точки зрения считаются оскорбителями для меня. Потому что мне потом пишут, а что такого? Человек просто сказал, что ты там получаешь деньги за каждый просмотр там, от производителя и так далее, и так далее. Я не собираюсь даже это обсуждать. Но я субъективно считаю, что меня это, понимаете, я по жизни в вопросах денег очень щепетилен. Это мой недостаток на самом деле, потому что это я сейчас не рисуюсь, не красуюсь по одной простой причине. Если бы я не был настолько щепетилен в вопросе денег, мой уровень дохода, и в принципе сейчас жизнь сложилась бы иначе, совершенно иначе. Но так уж меня воспитали мамуля и бабуля. Никуда не денешься. Так что, при всем при этом, я понял, что, а почему бы это не обсудить в открытую? Ведь я неоднократно рассказывал, куда деваются ножи, я неоднократно рассказывал, как строятся отношения с партнерами. Кстати говоря, я могу сказать про партнеров заранее. Просто я сейчас буду отвечать на вопросы, которые мне накидали в болталке, не в болталке, в группе Архадыр. Всех приглашаю в группу Архадыр, всех приглашаю в болталку. Общаться у нас очень интересный, замечательный, иногда бывает конфликтный срач. Сейчас еще и ко всему прочему Илья Резников в группе Архадыр ВКонтакте устроил шахматный турнир. Понимаете, вот оно. Вот это. Я поэтому никогда, ни за какую халяву не буду людей завлекать сюда. Почему? Потому что, блин, ну, это живой организм, это живая группа. Ребята, сейчас, блин, мало того, что я, конечно, умею двигать фигуры по доске, но они там прям собрались, такие гроссмейстеры местного масштабу, скажем так, и они там как-то обсуждают горячо партии, а вот как я уже на третьем ходу понял, что я тебе проиграю, потому что там стратегия, тактика, там 5-10, я такой, ох ты, ё-моё, какие ж умные люди меня окружают. Прям неловко становится. Вот. И сейчас, когда вот идет шахматный турнир, когда у нас происходят какие-то фотоконкурсы и так далее, я вижу, насколько искренне люди сюда пришли. За общением. За тем, чтобы похвастаться своими обновами, поздравить других с другими обновами и прочее, прочее. Все это оскорблять какими-то заманухами, нет. Это точно не стоит того. Поэтому будет как будет, давайте я... Я же забыл. По поводу партнеров. Ну, мы не будем сейчас говорить о каналах, которые привязаны напрямую к каким-то магазинам. Самые простые и громкие примеры – это «Вещи с характером» и «Бруталика». То есть это каналы, которые, в принципе, какая бы там красочная картинка ни была, их цель, собственно говоря, привлекать денежные потоки в какой-то конкретный магазин. То есть в этом плане я сейчас вижу очень хорошие перспективы у «Империи ножей», потому что они наконец-то как-то очнулись от спячки. Я могу сказать совершенно честно, что прошлый очень популярный ведущий канала «Империя ножей», он мне не вызывал симпатии именно с точки зрения вот материала. Я уже не говорю там про какие-то там наши другие отношения, неважно вообще. А сейчас как-то они там видно, что немножко пока что уже я могу со своим 5-летним почти что опытом, 5 лет будет в декабре каналу, как-то вот со стороны смотреть. И вот как-то бывает, что как будто вот, знаете, как вот дети или это без оскорбления в хорошем смысле, когда вот маленькие щенки, они так лбом тыркаются в разные вот какие-то препятствия, но потихоньку находят новые, вот какую-то новую дорогу. И в этом плане придворный канал «Империи ножей», ютубный канал, он сейчас получил какое-то новое развитие. Я к своему стыду не помню имя, фамилию вот этой вот девушки, которая там сняла пару роликов уже про туристические ножи. Это не просто повод, простите за грубое слово, привлечь на канал сиськи. Такие случаи мы видели, такие случаи бывают. Это именно довольно-таки в будущем может перерасти в реально популярный канал, который, опять же, почему на профессиональных
магазинных каналах нет монетизации. Потому что их не интересует монетизация. Они не хотят, чтобы люди тратили время на рекламу. Они не хотят, чтобы люди каким-то образом отвлекались. Это как в казино. Они не хотят, чтобы люди каким-то образом отвлекались от, собственно говоря, предмета. Самое важное для них, чтобы люди пришли именно в этот магазин и именно купили. Конечно же, очень раскрученный в этом плане канал у Forest Home, который тоже, по сути, является магазином. Но там я не скрою, я когда смотрю на их цифры, они меня очень сильно удивляют и немножечко так... Ну, я не могу сказать, что я прям там совсем не доверяю этим цифрам, но все же. Так, режет классно, но вот разрезать картофель, это было сущее мучение. Давайте дальше. В общем, я решил, почему бы и не снять ролик на эту тему, и даже в ВКонтакте, в группе сказал: ребята, задавайте вопросы. Ну и наконец-то я сейчас продолжу свою мысль относительно партнеров. То есть, если канал не обслуживает какой-то магазин, а это именно канал обзорщицкий, канал ножевого обзорщика, канал ножевого тестировщика, и неважно, хочет он заработать на этом денег или не хочет заработать на этом денег, то есть не ставит целью заработок. В любом случае, без крупных партнеров хорошему, интересному каналу не обойтись. Почему? Потому что гладиолус. Потому что вы не сможете за счет свой, за счет друзей, за счет того, что вам кто-то что-то там пришлет и так далее, организовать грамотный контент. То есть, да, если у вас цель стоит просто хайпануть в чистом виде, обосрать все, что вокруг вас шевелится, то, безусловно, вы начинаете резать валенки, всех подряд ругать, кроме, что самое странное, каких-то пару брендов, которые, по сути, не отличаются от того, кого вы ругаете. Но люди тянутся на этот хайп, на этот срач, люди участвуют в этих склоках в комментариях, то есть там партнеры не нужны. Если же все-таки более или менее у вас позитивный вектор канала, вот я думал, что, ну здесь видите, здесь такой тантоид очень мягкий, очень модифицированный, то так или иначе хорошему каналу не обойтись без партнеров. И вот здесь я хочу сказать совершенно четко, я не рекламирую ножи. Может кто-то со мной не согласится и снова написать, и если это будет написано невежливо, я в любом случае удалю. Нет, в любом случае каждый мой партнер, абсолютно каждый, Viper Knives, например, Technocut, они воспринимают мою работу, они воспринимают мои видео, мои посты как рекламу. И это совершенно нормально. Для них это реклама, понимаете? Иначе они бы не присылали ножи, потому что никто не будет присылать просто так, чисто по-пацански, на тебе халявы. Нет, им нравится мой контент, им нравится то, что я делаю, и они видят в этом перспективу именно дальнейшего развития продажи своей ножи. То есть, почему со мной экстрем работает? Не потому, что я там к ним в гости съездил, мы там посидели, вина попили, и 5-10. Нет, они видят потенциал. Почему Viper прислал мне нож? Потому что, как я всегда говорил, любой производитель, любой магазин надеется на то, что отослав мне один нож на обзор или на тесты, они после этого именно с моей помощью продадут несколько таких ножей, то есть останутся в наваре. Иначе эта схема бы не работала. В любом случае, если у вас крупный YouTube канал, вам не обойтись без партнеров. Здесь, конечно, тоже такой момент. Есть такой нюанс, скажем так. Он заключается в том, что все зависит от отношения блогера, от отношения к обзорщика, к этой теме. Я объясню. Конфликт интересов. То есть я изо всех сил стараюсь избегать конфликта интересов. Не всегда это получается, но изо всех сил. То есть я объясню, например. Вот у меня есть крупный действительно партнер моего канала.
магазин Ламни. Есть крупный партнер Империя ножей, предположим. И конкретно, я не знаю, заметили вы или нет, что с Империей ножей я работать стараюсь, несмотря на то, что они продают все бренды, несмотря на то, что это огромный магазин и так далее, я воспринимаю их в первую очередь как холдинг, который занимается продажей и производством ножей. Поэтому в первую очередь мне интересно, и они это видят, получать от них Mr. Blade и NC Custom. Плюс, видите, с NC Custom я еще и умудрился сделать общий проект. За что, собственно говоря, NCC и Империи большое спасибо, потому что, ну, это было совершенно как-то с моей стороны. Опять же, я не пытался протащить какую-то коллаборацию, я просто показал какие-то рисунки. Классная тема. А давай сделаем. Давай сделаем. Опять же, значит, разглядели какой-то потенциал. Вот. И, конечно же, есть у нас партнеры, которые занимаются российскими ножами. Есть тот же самый Extreme / Supreme. Есть какие-то там Mr. Chili магазины, которые там многопрофильно торгуют и прочее, прочее. То есть, опять же, Mr. Chili мне присылает в основном какие-то кизлярские ножи, там еще что-то. То есть, так или иначе, несмотря на то, что между собой мои партнеры конкурируют, я стараюсь максимально на своем канале вот эти вот возможные конфликты интересов дистанцировать друг от друга, развести по разным углам. Но есть, я знаю, что люди, которые, предположим, они сотрудничают напрямую с прямыми конкурентами, которые продают одно и то же в одном и том же, грубо говоря, секторе и так далее, и так далее. Ну и не парятся. Я за это не осуждаю. Почему бы и нет? Если самое главное, что если их партнеров это устраивает, то есть можно запросто брать, грубо говоря, одни ножи из одного магазина, эти же самые ножи из другого магазина, и еще и получая одни ножи из одного магазина, параллельно рекламировать другой. Ну, почему бы и нет? Это, как говорится, кто чей амбассадор. Это уже такой момент. Но вот в любом случае многообразие, интересность, новинки вы никаким образом не сделаете без каких-то крупных партнеров. И опять же, вам решать по поводу вот пердежа на кухне. Вам решать. Вы можете между собой. Вот снова обращусь к тем, кто решил меня поучить жизни. Ребят, вы же в своих группках, в своих личных беседах, в своих мини-чатиках можете с утра до ночи обсасывать меня и говорить, какой я продажный, сколько мне платят денег те, сколько мне платят денег эти, пятое, десятое. По большому счету, если вы можете даже там удовлетворять друг друга. Это никого не касается, только ваши вот эти вот внутренние микросообщества. Но в любом случае здесь этого не будет слышаться. Почему? Мне это неприятно. Я прихожу сюда отдыхать, я прихожу сюда общаться. Я точно не буду вот этой херней заниматься, читать всякая разная фигня. Ваше мнение, вы имеете право на него. Вы имеете право считать, что я вот такой-сякой плохой, и вы имеете право это все мнение высказывать, но конкретно в этом месте вы его можете засунуть в одно место. Именно вот здесь на канале. Везде в остальных каких-то других там местах, почему бы и нет, пожалуйста. Это я так объяснил вкратце именно тему партнерства. Потому что если вы хотите действительно какой-то вот интерес, опять же, для меня, например, просто интересно, это безусловно греет мое самолюбие, я не буду говорить, что этого нет, то, что ты действительно получаешь какие-то супер новейшие новинки. Ну реально, вот посмотрите хотя бы за прошедший месяц, сколько я вам показал ножей, которые вот только-только-только вышли. Совсем, совсем немало, прямо скажем. То есть, действительно, это очень круто, когда у тебя есть такая возможность. И в первую очередь, конечно же, итальянцы. Что-то у меня прям неделя итальянской моды задалась. Давайте перейдем к вопросам на тему бабло на YouTube, бабло на канале Архадыр.
что я на самом деле очень крайне ограничен во времени, поэтому если я сейчас не успею что-то ответить, я обязательно отвечу на следующем тесте. Я как-то так распалился. А мне уже буквально минуток через сколько-то надо. Ну, сейчас я сделаю вот так. И пусть меня никто не осуждает, потому что я, конечно, ножевой извращенец, но не совсем до конца. Итак, Дмитрий Хмелев пишет мне. Привет, Дима. Очень интересует, кем ты работаешь и сколько зарабатываешь. Можно озвучить сумму, заработанную за день. Буду очень признателен. Вопрос, Димон. Почему-то тебя очень интересует, особенно сумма, которую я зарабатываю за день. Я не скажу. Если бы я хотел, я бы давно уже сказал, кем я работаю, где я работаю и сколько я зарабатываю. Я бы давно это сказал. Почему? Потому что я очень сильно разделяю разные, скажем так, сферы моей жизни. Назовем это сферами, хотя это неправильное слово подобрано будет. То есть самый простой пример — социальной сети. ВКонтакте я общаюсь на тему ножей, в Фейсбуке я не общаюсь на тему ножей. И даже если ребята мне предлагают там дружбу, я вижу людей, которые при этом дружат со мной ВКонтакте, я не вижу никакого смысла. Почему? Потому что мы нормально общаемся на разные, не только о ножах, на разные темы в ВКонтакте. Но это ножевая тусовка. И то же самое канал. Канал — это ножевая тусовка. Мы можем ли здесь рассказывать, ну, разговаривать о мировом кризисе, о криптовалютах, о банях, о путешествиях и так далее, и так далее. Но канал здесь в любом случае ножевой. И то же самое у меня происходит так, что я не мешаю ножи и семью. Я не мешаю ножи и работу. Я не мешаю семью и работу. Поэтому, что касаемо заработка, конечно, как все считают, что они зарабатывают мало, я не считаю, что я зарабатываю мало. Я зарабатываю среднее. Скажем так, мне, безусловно, хотелось бы зарабатывать больше, но рвать себе и кому-то за это жопу я точно не собираюсь. В этом плане меня устраивает то, что, скажем, на свой доход, на свой заработок, который, опять же, я не стремлюсь здесь как-то просто вот, ну, всех и всем порвать для того, чтобы заработать денег. Ну, я совершенно спокойно, я не знаю даже, как сказать, но есть машина, есть квартира. Безусловно, там мы как-то живем, хлеб жуем. Ну, я, например, вот я могу привести пример. В разумных каких-то, то есть я, конечно, когда я прихожу за вещами в магазин, я стараюсь ходить, ну, когда скидки, стараюсь заказывать в интернете. То есть у меня нет какого-то именно совсем уж беспечного отношения к деньгам. Но в разумных пределах я прихожу в магазин, и, ну, меня радует, что в продуктовый, например, что я беру то, что я хочу, и я не считаю, сколько это стоит. То есть я никогда не подсчитываю, сколько у меня будет в корзине денег. Сколько будет, столько будет. То есть, исходя из этого, я считаю, что, наверное, я зарабатываю нормально. Если мы едем в отпуск, то же самое. В отпуске вообще грех считать деньги, потому что это совершенно отравляет саму суть, саму философию отпуска. И в этом плане, наверное, я именно зарабатываю достаточно. Потому что в отпуске, конечно же, без аренды лимузинов, без полетов на авианосцах, вернее, без прогулок на авианосцах, но в общем и целом совершенно спокойно куда-то едем, и там, опять же, ну, сколько ушло, столько ушло. Наверное, вот в каком-то смысле это такой заработок, который там, ну, я не знаю, сколько сейчас средний по Эстонии. Возможно, у меня там чуть-чуть выше среднего заработка. Но с учетом того, что у меня как-то так все логично построено в жизни, мне хватает. Плохо, что нет дополнительных амбиций. Потому что, по идее, я понимаю, что если бы для меня действительно деньги бы играли какую-то важную ключевую роль, я по-любому зарабатывал бы больше. Здесь каким-то возрастом приходит понимание того, что всех денег ты все равно не заработаешь, и поэтому ты просто относишься к этому философски. Главное, чтобы было на хлеб и на масло,
Ну и хорошо, если еще и на икру выпадает. Почему бы нет? Опять же, есть такой момент. Особенно, я сейчас ни в коем случае не о политике, но именно особенно общаясь вот с ребятами из России и понимая, что у некоторых положение лучше, чем мое, но у некоторых буквально бедственное. Они очень хорошие люди, но им платят так мало, что просто неловко становится за их работодателей. Ты не понимаешь, как можно так мало зарабатывать. Я не понимаю, как человек может жить, там, я не знаю, на 500, на 600 евро. Что это за хрень такая вообще? С учетом того, что в России, конечно, бензин дешевле, но не настолько. В общем, вот такой мой ответ на такой вот твой вопрос. Так, сейчас я ускоряюсь. Еще отвечу на один и... Приветствую, Артур, спрашивает Тёма Лавренчук. Привет, Артём. Можно ли рассматривать заработок с YouTube как основной? Запросто. Или лучше иметь дополнительные доходы на всякий случай? Лучше. Все зависит от твоего настроя, от твоего, скажем, какого-то, я не знаю, там, таланта, не таланта. То есть, если у тебя эта тема идет, очень многие ютуберы живут с этого. Я уже не говорю о тех, у кого там миллионы просмотров и миллионы подписчиков, они действительно на этом зарабатывают. Посмотрите, как удобно. Всю жизнь ругал тантоид, а здесь прям огурчик на салатик прям разлетается. Если мы говорим конкретно о ножевой тематике, наверное, можно именно жить заработком с YouTube. И некоторые это делают, но я этим людям не завидую, потому что я понимаю, что особо много все равно не заработаешь именно с YouTube. Другое дело, когда у тебя магазин, привязанный к каналу. Это совершенно другое дело. Ты получаешь деньги с магазина, не с канала. Нет, напрямую с YouTube. У меня есть примеры людей, которые живут именно с ножей. Мне их очень жалко. Искренне. Там, долюбливаю я, недолюбливаю кого-то именно на личном плане, неважно, мне их очень жалко. Почему? Потому что это именно вот какое-то унижение. То есть, есть каналы, которые напрямую занимаются рекламой, есть каналы ножевые, которые буквально пишут на разных сайтах, сколько у них стоит ролик такой-то, сколько у них стоит ролик, скажем, показать нож, сколько у них стоит ролик протестировать нож, сколько у них стоит тост, сколько у них стоит все. И ты смотришь на цифры. Блин, даже если предположить, что тебе за каждый ролик будут платить именно эти цифры, как-то выходит несерьезно. А если ты работаешь еще и в команде, то есть есть у нас каналы, которые популярны, по крайней мере, они себя такими считают, и там именно работает команда. Если это распилить на команду, то как-то вообще получается просто печально, печально ни о чем. Поэтому... Если ты работаешь один, и у тебя действительно очень популярный, то есть Nathan Fancy, например, я уверен, что он живет со своего YouTube, хотя, судя по обстановке, у него, скорее всего, магазин тоже. Как же эти ребята-то называются? Dutch Bushcraft, вот этот channel. Они тоже, возможно, живут... Или Разрушительное ранчо. Они, возможно, скорее всего, живут именно с YouTube. Почему? Потому что у них шквальное количество просмотров. Вот эта вот помидорка, я надеюсь, вы заметили, она была мягкая, и немножко нож задумывался на ней. Там такое количество просмотров, особенно огромное количество просмотров из англоязычных стран, что, в принципе, сразу делает ролик гораздо более дорогим, то с этого можно жить. А так... Для кого-то доход от YouTube имеет большее значение, для кого-то доход от YouTube имеет меньшее значение. В любом случае, здесь, понимаете, здесь я могу сказать, опять же, вот за себя любимого, что я не отрицаю этих денег. Я считаю, что монетизация, ну вот ты делаешь что-то, а какой смысл ее отключать? Ну, грубо говоря, вот она есть, вот она есть. Ну, о монетизации мы потом чуть-чуть попозже поподробнее поговорим. Но я при этом и не отношусь к ним презрительно. Нет. Так или иначе, да, мне это очень сильно нравится. Но я трачу на это время,
я трачу на это какие-то свои таланты, я трачу на это свои нервы, это какой-то труд, и поэтому у меня нет такого вот... Я сказал, что, конечно же, у меня нет цели зарабатывать на YouTube, и никогда не было. И я в любом случае могу сказать, что, как сказать, это не какие-то основные деньги, это не какие-то деньги, которые можно... Что там, жене на булавке, или это мне просто на пиво. Нет, это просто какие-то деньги, которые добавляются к основным деньгам. И они от этого хуже, как говорится, не пахнут, потому что я ничего предосудительного, ничего плохого, ничего стыдного здесь не делаю. И они вместе с другими идут просто в общий поток. Там, на еду, на путешествия, на кино, еще на что-то, на одежду там, и так далее, и так далее. У меня нет какого-то пренебрежительного типа, это такая вот... Нет, я так не буду говорить. Это будет неправильно, это будет нечестно совершенно. То есть, да, вот они есть, и они, как говорится, не сильно там поддерживают мне ремень, чтобы не спадал, но и то, что они, грубо говоря, капают, это тоже здорово. Но я не ставлю на них расчет. То есть, по большому счету, то, что они есть, это здорово, но если завтра у меня не будет вообще ни копейки, там, монетизации, там, или еще чего-то, то я совершенно спокойно к этому отнесусь. Это вообще никаким образом не обрушит мой мир. Просто их не станет, и все. Вот и все. Ладно, ребят, вопросы там, на самом деле, я так краем глаза глянул сейчас, интересные. На следующем буквально ролике, на следующем монологе мы... продолжим. Катла молодцом, но как же он, собака, кромсал картошку. Это просто что-то с чем-то, это просто что-то нереальное. А в общем и целом нож очень острый, и самое главное, он невероятно в руку. То есть именно с EDC-шной точки зрения, если вы согласны на то, что... А видите, огурец, например, нормально порезал. Если вы согласны на то, что нож будет слегка у вас подхрустывать на картошке, да разламывать ее до самой задницы, если честно, то это просто супер. В общем и целом нож очень классный. Спасибо за просмотр, всего доброго. Прошу прощения, если показались мои слова какие-то негативными. Я обращался вот к этим вот умникам, которые пытаются меня учить жизни. Не оскорбительно, надеюсь. Это именно... Ребят, оставайтесь, смотрите, у вас будет возможность комментировать, даже негативить. А если вы нахамите, не будет такой возможности. Будет только возможность смотреть и ставить дизлайки. Все, ваш выбор. Всем остальным, туристы-милитаристы, хорошего вам продолжения летом. Увидимся.